нас в селе Волковском престольный праздник, один из престолов этого храма посвящен 40 мученикам всевосийским. И этот, память этих святых всегда попадает перед Великого Поста. Хотя каждый день совершается память тоже много многих святых и мучеников, преподобных исповедников, но издревле есть почитание этих 40 всевосийских мучеников. Святитель Василий Великий, даже в его трудах есть хвалебное слово в честь этих мучеников, воинов, которые пренебрегли каким-то благополучием, радостями жизни, но посвятили свою жизнь Христу, пострадали за Христа, проявили свою храбрость. И по русской традиции пекутся булочки такие, которые мы называем жаворонки. Вот с одной стороны, и напоминать нам о том, что весна все-таки постепенно вступает в свои права, с другой стороны, напоминает нам то, что мы тоже в какой-то мере устремлялись своими мыслями в небо, как летают птицы. Хотел бы всех тоже поздравить, не только жителей села Болковского, но и жителей Задонского района, что у нас есть такой храм, в котором освящен престол. Вот. Ну и, собственно говоря, эти святые тоже в какой-то мере покровительствуют нашей земле.